Всем привет, ребята, с вами Владукс, и сегодня мы с вами будем выбивать розу в игре под названием Бравл Старс. Ну что ж, погнали! Как вы уже, в общем, могли понять по названию и по превью и по всему, сегодня у нас в Бравл Старсе вышел новый бравлер, и этим бравлером стала Роза. Именно поэтому я сегодня просто обязан ее выбить. Мы с вами попробуем выбить ее из сундуков. Если вдруг она мне не выпадает, то мы с вами просто берем, заходим в магазин и покупаем ее за гем, потому что, ну, точно мне хватит до того момента, как она выпадет. Кстати, очень выгодно, конечно, да, выкупать редкого персонажа, Розу, за 30, когда у меня за 19, естественно, очень выгодно. В общем, давайте с вами начнем с больших сундуков, и вдруг она нам выпадет прямо сразу же быстро. Первый сундук, давайте так. И тут у нас кто? Правильно, никого. Хорошо, и второй сундук. Так, тут у нас монетки, Джесси, Дэрил, хорошо, спасибо. Так, Карл и гемы. Все, в принципе, нам... Ага, одного не хватает, ладно, не хватает еще все-таки. И начинаем открывать дальше наши маленькие кейсики. Первый пошел, так, тут у нас монеты, Джесси, Поко. Я буду открывать чуть-чуть помедленнее, чем обычно, потому что я хочу насладиться выпадением персонажа. 45 уже осталось, давайте открываем монеты, скипаем, Фрэнк и Пайпер такое себе. Дальше открываем, тут у нас Карл был, да. Еще Мортис, Тара, хорошо. Нита выпала нам последняя. Так, отлично, уже сейчас будет 40. Да, уже 40. И давайте открываем дальше. Так, монетки. Тара, Мортис, хорошо. Следующий пошел. Я надеюсь, мне все-таки он выпадет. Точнее, она. Ну, он в смысле бравлер, а она в смысле роза. Так, далее открываем еще. Я надеюсь, это будет имба. И благодаря которой я апну себе кучу-кучу кубков. Хотя бы до 7к. Давайте дальше открываю. Так, тут у нас Дэрил. Дальше у нас уже 33. Гем опять. Ну все, нам в принципе хватит, поэтому мы с вами 100%, если что, возьмем и с вами ее купим. Угу. И еще получаем достаточно много тикетов, они нам тоже пригодятся. Уже 29 остается, уже 20, даже 28, блин. Очень быстро тратятся, естественно, сундуки, но нам нужна роза. Дэрил, дальше открываем. Так, тут у нас Нита, Пенни, тикет. Хорошо, и дальше давайте так, угу, Пенни. Может, даже, кстати, кого-то с вами сегодня еще и прокачаем, потому что денежек у нас с вами много. У нас уже 1200 там монет, или больше, да? 1300, отлично. И у нас уже тут... А, еще и бустер. Но бустер мне не так нужен, как новый персонаж. Пожалуйста, можно мне персонажа? Гем все-таки тратить не очень хочется. Хочется, чтобы она мне выпала. 18 сундуков. А можете открыть комментарий и написать, выпадет ли она мне из этих 18 сундуков, которых уже меньше, да? Уже 16, но открываем дальше. Ворон. А так, дальше у нас что тут идет? Опять гемы. Хорошо, гемы пригодятся. Джин. За Джина, кстати, я сейчас немножко поигрываю. Так, далее у нас уже 12 остается. Тикет. Хорошо. И давайте еще. Уже осталось 10. Опять же, напишите, выпадет нам ли персонаж из этих 10 кейсов. Я надеюсь очень, что он не выпадет, потому что это будет немножко обидно, так, потому что я копил кейсы довольно-таки много, поэтому давайте открываем, начинаем открывать быстро прям. А гемы, да хорошо, спасибо за гемы, но мне нужен персонаж. А так, мы сейчас открываем прям быстренько, мне нужен персонаж, я хочу, чтобы он не выпал. Пожалуйста, ну тикеты мне тоже не так нужны, как персонаж, пожалуйста. 5 уже сундуков остается. Ну, пожалуйста, Суперселл, ну не надо так со мной, ну я хочу выбить, ну я не хочу покупать. Уже 2. И последний. Ладно, что поделать, давайте с вами открываем, и если не падает, то да. Спасибо большое, Суперселл, за то, что мне не выпал мой персонаж, который я должен был выбить, вот. Ладно, давайте с вами заходим в магазин, и сейчас будем покупать розу. Так. Давайте испытаем, слушайте. Я пока не покупаю, я за нее еще не играл. Давайте с вами испытаем. Просто тут побегаем, постреляем. Так, тренировка. Угу. Хорошо, и давайте рак. Ага. Слушайте, у нее атака не дальняя, ближняя, но... А ну-ка, ульта какая? Это что ульта сделает? А что делает ульта? Подождите. Так, вроде ничего такого не заметил. Может, у нее урон увеличит или как? Или типа... Что вообще происходит? Я не понимаю, блин. Это надо, наверное, прочитать, что вообще происходит. Или она быстрее бегать начинает. Что тогда происходит? Я не могу понять, что. Ну-ка, давайте, раз. Да, бегает она быстрее, хорошо. Урон вроде бы такой же. И, может быть, еще перезарядка быстрее, нет? Ну-ка, давайте вот тут попробую заюзать.
Ну вот так вот прям вообще неплохо. Ладно, давайте с вами выходим. Хорошо. И давайте с вами опять же выбираем розу. Тут мы ее даже можем покрутить, да, цветочком этим. И давайте нажимаем нашу кнопочку «Купить». И наконец-то у нас с вами новый амбравлер. Так, роза, хорошо. И у нас уже опять все редкие есть. А давайте с вами выбираем розу. Хорошо. И давайте с вами заодно прокачаем кого-нибудь из персонажей. Мне, в принципе, надо прокачать, знаете кого? Мне надо прокачать Брока, но мы не можем. А в магазине у нас Брок есть? Нету. Ладно, ладно, хорошо, в принципе. И давайте с вами заходим в столкновение за нового персонажа. Думаю, сейчас все будут играть, поэтому опять будет куча одинаковых персонажей. И нажимаем нашу кнопочку «Играть». Вот, мы загрузились. Пока я не вижу больше роз. Я надеюсь, что их не будет, потому что обычно... Да, вот обычно, да, вот вы видите, да, что там происходит? Как бы да. А я еще, кстати, и так и не понял, что идет ульта, но вроде бы она бегает быстрее. Может, еще перезарядка быстрее, кстати. Но я не уверен. Вроде бы да. А вроде бы перезарядка быстрее, чем у обычной, да? Так, хорошо. Мы ее убили. Тут у нас еще одна роза за нами бежит, да? Она там в кустах. А тут в кустах у нас роза. Я хочу взять, прибежать сюда. И давайте, оп. Я знаю, что она тут. Нет. Или она куда-то отбежала. А, я понял. Ладно, хорошо. Давай. Так, ну, в принципе, блин... Блин, надо отбежать, надо отбежать. Меня чуть не убили, я хочу жить, я хочу топ-1, будет вообще прикольно, если мы с вами еще и топ-1 займем. Вот, поэтому давайте с вами будем сейчас пытаться что-то как-то где-то делать. Так, где у нас? Ага, опа, словил тебя, опять словил, отлично. И у меня тоже есть ульта, поэтому не бойся, не бойся, у тебя ни у одной есть ульта. Давайте подбежим к ней. В принципе, у меня больше уже кристалла, поэтому... И, естественно, урон у меня должен быть большим. А вообще, надо было сначала, наверное, ее купить, а потом открывать эти все сундуки. Потому что я смог бы тогда, в таком случае, в общем, взять и выбить на нее прокачек. Вот этих вот выбить на нее поинтов, чтобы ее мы смогли прокачать. То, там есть ульта, у меня тоже есть ульта, я пока ее не юзаю. Я пока что подожду. Кстати, ульта копится довольно-таки быстро. А, вот, и так, давайте раз, раз, или у меня урон проходит еще меньше, не? И у меня дальность вроде бы больше, не? Как это работает, я не понимаю. Ладно, меня все-таки убили, но я сам полез, хорошо, но я немножко не понимаю, как работает эта ульта. Потом можете спокойно написать в комментариях, как она работает, мне будет очень интересно прочитать, потому что я реально не догадываюсь. А получаем 5 наших, получается, вот этих вот кубков, да, и давайте нажимаем «Играть снова». Так, вот у нас Бравл, да. А пока трудно сказать, имба ли это или нет. Пока очень трудно это сказать, потому что, ну, мне кажется, радиус какой-то маленький. Но разработчикам виднее, поэтому мы с вами не можем прям согласиться с этим персонажем. И пока что поиграю за него парочку дней и посмотрим, как вообще с ним все устроено. Там у нас стоит 3 коробочки, и я хочу их забрать. Я, кстати, могу сразу же сплэшом фигачить, поэтому это тоже удобно очень. Оп, и у меня сразу 5 коробок, точнее 5 кристаллов, вот. Кристаллы силы это, да. И давайте сейчас будем убивать этого. Так, не понял. Почему у него 2, и он мне снес примерно столько же, когда у меня 5 кристаллов? Конечно, может, у него прокачка какая-то есть уже? Но нет, вроде бы. А, или есть. Ладно, ладно, пока я точно не скажу. Но окей, давайте подбежим тут. Сейчас они друг друга убьют. А я подбегу и, естественно, добавлю свой урона от себя. Тогда, да, и давайте убиваем ее. Давайте убиваем ее. А, да, урон очень маленький проходит, я понял. Походу, когда она ультует, урон очень-очень маленький. Как щит, что ли? Защита такая, да? Своего рода. В своем роде, вот. И давайте с вами сейчас отбежим сюда. И теперь мы заняли с вами спокойно наш центр. Там 5 же розы с 7 вот этими вот кристаллами. Давайте заюзаем ульту и бежим ее фигачить. Бежим ее фигачить. Она ульту заюзала позже, поэтому давайте оп, опять. Нет, опять давайте оп. И давайте сейчас фигачим, давайте фигачим, фигачим, фигачим. И что? И правильно, это топ-1. Спасибо огромное, да-да-да, это мой персонаж, плюс 8, и мы получаем уже второй ранг.
А давайте с вами пробуем, наверное, последнюю игру ластовую, вот. Мне, в принципе, понравилось играть, но это пока. Я не знаю, что будет дальше. Нажимаем «Играть снова» и уже будем смотреть, что да как. Так, вот мы загружаемся, да-да-да, загрузились, хорошо. И опять же бегу фармить свой, свой кристалл, свою коробочку, вот. Так, хорошо, и, ну, блин, довольно-таки долго фармится, хотя вот если ульта реально защищает так сильно, как я вот это вот заметил, да, то, в принципе, по ульте персонаж очень неплохой, еще и ульта быстро довольно копится, поэтому я думаю, персонаж довольно-таки неплохой, который меня сейчас может убить, не надо, пожалуйста, блин. Урон очень маленький идет, но мы с вами слили. В принципе, минус 0, да, потому что у нас, в общем, персонаж очень слабого ранга, поэтому мы с вами ничего не потеряли. И давайте уже будем выходить в главное меню и смотреть, что да как тут у нас устроено. Так, вот мы в главном меню, и у нас с вами есть два кейса. Давайте их подкрываем, может еще кого-нибудь прокачаем, да, я ни на кого не намекаю, но походу нет. Нет, никого не прокачали, ну и ладно, в принципе. Поиграл за Розу, занял топ-1, в принципе, в минус даже не смог уйти, даже с 10-го ранга вот этого, который был, да, я слил 10-м, вот. Ну что ж, на этом все, с вами был я, Владукс, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока-пока!